Всем привет, дорогие мои! Мы возвращаемся в игру «Кухонная лихорадка». И что мы с вами будем делать? А мы с вами пойдем в казино. Да, так сказать, перед рабочим днем гулять так гулять по полной. Сейчас просадим немножко деньжат. Маловероятно, что что-то выиграем, но я обычно каждый день захожу, так пару тысяч просаживаю. Так что, если удача на нашей стороне, мы выиграем. Если удача не на нашей стороне, то неважно, сколько вы бросаете, вы все равно ничего не выиграете. Самый яркий пример — это Сархов, который просадил 40 или 50 тысяч одновременно в казино и ничего не выиграл. Так что, если, конечно, не считать монеты, но... Просто математически подсчитайте количество проигранных денег и количество выигранных денег. И окажется, что в плюсе всегда казино. Всегда. Не пытайтесь обыграть автомат. Это чей-то тоже коммерческий бизнес. А бизнесмены не оставят себя в убытках. Они все равно будут придумывать, как бы сделать, что хорошенькое. Так, ну все, короче, с этим я завязываю. Так, и я решила, что я хочу добить китайский ресторан. Ну, хочу, вот и все тут. Все тут. Китайский ресторанчик, 36 уровень. У-у-у! Люблю я узкоглазых. Как помните мультик? Бегемот, жираф и лев. Как же он назывался-то, этот мультик? Как назло, забыла название мультика. Вот, но факт в том, что улыбаемся и машем, то же самое. Так, идите вы в попу. Мне надо снять курицу, пока она у меня вся не подгорела. Такс. Рака. Такс. Что-то как-то вас многовастенько пришло. Я вам должна сказать, и все хотят куриное что-то, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, это нехорошо, очень нехорошо. Такс, это очень-очень нехорошо. Так, значит, если я буду переигрывать этот уровень, у меня вначале куча курицы. Куча курицы, и все хотят курицу. Так, я поняла. Так, отлично. Вызываем следующих, и опять курица. Да что? У меня сегодня что, какая-то курятина особенная? Супер вкусная или как? Так, этот уровень отличается от того, что у меня все ломается. Все ломается, все, что только можно. То, господи. Поэтому хорошо, что я в казино не спустила все деньги, а то бы мне было очень несладко. Потому что, когда ты проигрываешь все деньги, тебе просто не на что отремонтироваться. И это очень сложно. Такс. Опять курица и креветки. Короче, на этом уровне рулят только креветки с курятиной. Я поняла. Такс. Так, вот, наконец-то кто-то рыбу захотел для разнообразия. Такс. И вот такс. И соевый сыр. Такс. И вот такс. И вот такс. И креветки, и рыба. Так, и что у нас там? Такс, и что у нас там со временем? Ничего хорошего, да? Ё-моё, что я сделала-то? Он хочет много видов креветок. Охренеть, какой-то обжора, мужик. Обжора-то, конкретный просто обжора. Так, один хочет с капустой, другой с соевым соусом. Соевый соус готов. Так, отлично. Так, что тут дальше у нас по плану? Чай, капуста и снова креветки. Да что вы за креветочные дела, мастера? Приходят, то одни хотят креветки, то другие хотят эти. Так, и я не прошла уровень, да? Не прошла я уровень? Да, мне не хватило чуть-чуть, я с дуба рухнул. Так, что они у меня вначале хотят? Куча курицы, потом куча креветок. Креветки, курицы. У меня... На этом уровне креветки и курица. Короче, дело к ночи. Ребята, если вы такой тугодум типа меня, то у вас нет выбора. Вам придется запоминать, что они хотят. Так, что они хотят, что они хотят. Рыбу они хотят потом, поэтому смысла мне готовить рыбу вообще нету. Так, вот только я, насколько помню, они хотят рис. Так,
Так, и так, давай, опа, и опа, и опа, так, соевый соус, и опа, так, капуста, и опа, так, прелестно, 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 какие бабочки, но кто же виноват? Что-то мне как-то с этой песней играется проще, не знаю почему. Так, так. Все, прекрасно. Так, справились с наплывом первых посетителей. Сейчас у меня, наверное, надо нам приготовить все-таки рыбенцию. Потому что без нее как-то скучно, и у меня все равно кто-то будет хотеть рыбу. Да-да-да. Такс, и, блин, Клинтон. Такс, и вот такс, и вот такс. И вот такс, и вот такс, и вот такс, и вот такс, и вот такс. Отлично. Так, пошли, хорошо идем. Пока идем более-менее хорошо. Так, что я сделала? У меня креветок нет на столе. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что они хотят кучу креветок. Прям море креветок. Такс, вот яркое впечатление. Им сдались эти креветки, которых у меня нету. Сейчас будут. Такс, рис соевый, держи, сладкий мой. Такс, парасете. Так, опять креветки. Креветки. Держи креветки. Без проблем. Все, что хочешь, все то и получишь. Такс, Клинтон. Так, что она хочет? Все хочет. А у меня ничего нету, кроме курятины. Ой, просто курица здесь нафиг никому не нужна на этом уровне. Всем подавай креветки. Так, это сюда. Так, суп там никому не нужен? А, мужику нужен суп. Я, кстати, уровень уже прошла, даже с учетом того, что я играю отвратно. О, чаёк. Все, идите, у меня нету ни рыбы, ни креветок. Ура! Все, 36 уровень сдался, это круто. Видите, ребята, нужно обязательно запоминать. Без запоминания никуда. Если вы такой тугодум, как я. Так что всем пока, всем до завтра, будем соревноваться завтра.